Всем привет! Вы на канале интернет-магазина grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим новый карнавальный костюм для аниматоров. Костюм из мультсериала «Три кота» — это кошечка Карамелька. Как вы знаете, сейчас мультик «Три кота» очень популярен среди детей, а также, конечно же, востребован среди аниматоров. Эта моделька очень оригинальная, очень похожа на главной героини из мультсериала «Три кота» на Карамельку. Вот так она выглядит в упаковочке. В таком состоянии она к вам придет. Индивидуальная полиэтиленовая упаковка. Визиточка интернет-магазина Grandstar.ru, на которой вы можете увидеть телефоны, сайты и электронную почту и заказать понравившийся вам карнавальный костюм. Давайте рассмотрим, что входит в комплект. В комплект карнавального костюма кошка Карамелька входит вот такая замечательная яркая оранжевая шапочка с глазками, с усиками, красный бант бордовый. Шапочка завязывается на веревочке, и с головы она никогда не спадет. Сзади она выглядит вот так. Голова довольно объемная, она большая, внутри поролон. Вот так вот выглядит. Также в костюм входит имитация обуви, такая коричневая, материал блестящий, переливается все. Имитация обуви маленькая, аккуратненькая, можно одевать и на ботиночки, и на носочки, выступать как на улице, так и в помещении, с ними ничего не случится, материал качественный, прочный. В комплект входят штаны, вот такие штаны, как лосины. Они на резинке, из велюра сделаны, из ярко-оранжевой ткани. И самый большой атрибут – это вот такая вот сарафан-кофточка, можно сказать. Вот такое платьице, здесь расшитые блестящими нитками. Сзади на завязочках с длинными рукавчиками желтенькими. И, конечно же, хвост. Сзади на сарафанчике пришит вот такой вот замечательный хвост. Куда же без хвоста. Костюмы все приходят с фабрики не глаженными. Их нужно отпарить, либо погладить. Поэтому не обращайте внимания, что если где-то что-то немножко мятое, все они упакованы в магазине. У нас их никто не отпаривает, не гладит. Поэтому перед тем, как носить, его необходимо, чтобы он отвиселся или отпарить. Очень большой популярностью пользуется, поэтому, если вам понравился костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.